Ну, надо потренироваться, не знаю, значит, вам так понравился трокай, что вы не могли оторваться от него. Я так думала, да? Так желаю вам хорошего прибытия, хороших впечатлений, чтобы опыт, который вы наберете здесь, передали бы весь опыт в проекты. Вы не знаете, да? Да. Где-то тут, получается, Зарослаев. А вы здесь? Да. Ой, очень красиво. Слушайте, топорик, держи вертикальнее, потому что мне сейчас... Рад, что вы прибыли к нам в Окштадтворский региональный парк, в наш центр для посетителей. И мы хотим вас попросить, что вы зашли в этот зал. Что здесь только серебряные нет. Ну, это принцип очень простой, но в средние века хирургии это не было, только вот такие инструменты. Сколько мы знаем, и здесь, и в Цесис, делались и хирургические операции. Мусу укис исикуря и карту су каймо туризмо садиба преч 3 метус. 2010 метис. Мана пагриндинė darbo jėga, mano iniciatorius, mano avantiūristas. Skaistas krasas tadas. Patik. Ученые держатся такой версии, что это термоледниковое происхождение, термоглациал. Когда-то было зарыто кусок льда. Paldies. Paldies, es izrāvos pateikt vienu vārdu. Paldies, ministra Kvunka. Это моя усадьба. Называется Дальгадова, Дальгады, усадьба Дальгады. И здесь, как и туризм, здесь приезжают люди не только отдохнуть, но мы имеем и это... etnografiškųjų kovų. Ale, mes raganos, tai visgi esam puikesnis ir geresnis. Mes geresnis. Ne. Nu ką tai ne? Visos mergos mūsų, žiūrėk, kiek mergų, kiek mes tavi vyru. С этого кваса мы делаем хлеб, причем. Так мы теперь по маленьким группам, около 10-11 человек, вот здесь вот будет стоять, да? Каждому из вас я дам тесто. Мы имели гостей с Киева, с министерства, самое лучшее в Литве. Так что... Видишь, три стаста про Латгалы, фильм, это облигатор Ярец. Bet arī šodien par šo jauno filmu mēs lielu paldies gribam teikt Sandiem Simjanovam. Divam Reizniekam. И впечатление по этой дороге, тропинке опознавательной, меняется, и человек очень лично принимает эти эмоции.